Еще одна проверка звука. Yes. Еще одна проверка звука. Супер. Тут это можно было перейти на страницу с аналитикой. Это что-то не то. Это что-то не то. Так, ладно. Привет, Микола. Ладно, я хотел, вот это окошко как-то отделялось с типа там Watching Now, статус стрима Light, Live и аналитика какая-то там была. Ну, типа, нам кажется все нормально, нам кажется все не очень нормально. Все сломалось. Пофиг. Да, всем привет еще раз. Сегодня срочный выпуск нашего подкаста. Ну, как срочный, конечно, не то, чтобы прям срочный. Давайте. На самом деле, да, хочется доделать то, что я вчера не доделал, а именно редактор драфтов и загрузку картинки. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, все должно пойти сегодня быстрее, потому что, ну, во-первых, я меньше устал, во-вторых, я вчера себе в мозг все загрузил, и на самом деле перерывы, допустим, в неделю, это очень тяжело потом стартовать, потому что ты не помнишь просто, что происходит. Так, сейчас, блин, shift поставлю. Надо как-то сделать... А что я знаю, как надо сделать. Надо, короче, сделать workspace settings. Во, также есть такая опция. И тогда в остальных местах будет нормальный shift. Как, да, обычный, а здесь будет увеличенный. Вот. Так, сейчас я скопирую настройки, которые я там менял. Вот это я менял. Терминал. Font size менял. Как неудобно переключаться. Все, иногда я не буду, во-первых, забывать, а во-вторых, будет... Не будем тратить на это время. Вот. Так, значит, здесь 24, наверное, здесь надо поставить что-то типа 28. Ну, вроде нормально. И здесь поставим, ну, допустим, 16. Размер фонта терминала. Почему-то... что? Да. Вот. Как-то так. Что-то осталось с какого-то момента, что-то не грохнули. Интересно, что в настройках Visual Studio, например, да, сейчас покажу. Вот здесь вот. У них в редакторе line height в пикселях, а в терминале line height в ямах, так сказать. Вот. И еще меня бесит, что в output и в терминал разные настройки шрифтов. Ну, сейчас не видно, но не важно. Вот. Хороший редактор, но есть минус. Ладно, сейчас я налью и начинаем. Вроде бы все, что нужно. Нужно организовать немножко. Все, что нужно, вроде бы есть. Видос меня идет. Идет же. Идет. Супер. Ладно, поехали.
Это я сейчас сверну тогда, чтобы не отвлечь. Так, поехали. Значит, за это время у нас все стартануло. Переходим в... О, вот сегодня, кстати, хорошо, потому что Chrome... А, нет, порадовался. Не на ту вкладку переключается. Ну ладно. Когда-нибудь я что-нибудь с этим придумаю. А, я знаю, что я придумаю с этим. Сейчас. Я запущу Firefox. Вот что я придумаю с этим. И чат у меня будет открыт просто в другом браузере. Тогда не будет геморроя с двумя окнами. Короче, проблема в том, что если я у Chrome отделяю одно чат в отдельное окошко, оно считается, ну как бы, у Chrome получается, что два окна. И когда ты свитчишься на том, на Chrome, он свитчится на... Ну, не ты выбираешь, на какое окно он свитчится. Вот это не то, что мне нужно. Ладно, так, значит, в прошлый раз мы сделали автосохранение здесь, вот оно такое, да? Да. Может, я здесь спиннер когда-нибудь добавлю, но посмотрим. Ну. Это сейчас не так важно. Окей, супер, значит, это у нас есть, это у нас работает. Так, терминал запущен, пойдем открывать afters.clg. Значит, то, что мы и editor, наверное. То, что мы не сделали, это загрузка картинки. Вот. Раньше картинка отправлялась вместе с формой, а сейчас нам нужно сделать по-другому. Нам нужно сделать, когда картинку закинул, она должна загружаться. Привет, SCV-19KS. Давай вопрос. Вопросы прямо по ходу все задавай. Задавайте без проблем. Что? Паузы для вопросов я не делаю специально. Как думаешь, кложи скрипты Pixie.js? Потому что я без понятия, что такое Pixie.js. WebGL, и она дает 2D-сцену. Вообще, из Clojure скрипта нет проблем вызывать JavaScript-овые библиотеки, как правило. Вот. Единственное, что с Pixie.js может быть проблема в том, что если это WebGL, то нам нужна максимальная производительность, а значит, нужно все с нативными JavaScript-объектами работать, и многие плюсы Clojure скрипта, например, будут не так выгодно смотреться. То есть, ну, не получится использовать там векторы, не получится использовать мапы, наверное. Ну, для ресурсоемких вещей, для объектов, для логики вполне, наверное, получится. Вот. А так вызывать, в принципе, особо проблем JavaScript нету. Нужна некая сноровка, но, в принципе, никакого специального там этого нет. Так, дальше вопрос. Ренат, с чего я начинал изучать Clojure? Если это мне вопрос, то я читал книжку Clojure Programming, по-моему, от Фокуса и Часа Эмерика. Вот, с него я начал. И писал демо-проект, по-моему, или что-то типа такого. Ну, короче, да, книжка называлась... Нет. Joy of Clojure называлась, вот. Вот. Хорошая книжка, все покрывает, воды практически нет. В общем, хорошее, второе издание уже, наверное, есть. А, Крис Хаузер, господи. Ну, короче, я их путаю, этих Крисов, Часов. Вот. Хорошая книжка вот эта. Потом, когда я изучаю новый язык, я иду на Project... Ойлер, решаю оттуда задачки.
То есть он дает тебе такие как бы простые примеры, и для нового языка вообще идеально. Ты решаешь там по одной задачке, ну, задачки простые, типа там, ну, там пару циклов, что-нибудь, какая-нибудь структурка данных, и там завертеть все. Вот. И для нового языка идеально, потому что ты вообще ничего не понимаешь, и тебе нужно что-то простое, но не совсем бессмысленное. Ну, вот как классно. А потом уже начал что-то писать, какого-то чат-бота писал. У меня, в принципе, в ЖЖ есть отчет про это все. Наверняка. Где-то в глубине. Если совсем далеко искать. Вот. Да. Но вообще, как бы сейчас у нас есть... Если вы не знаете, то есть Clojure Course By. Это лекция, которую мы проводили в 2014 году. Онлайн-лекция. Вот. Ну и мы их все выложили. Вот они, можно их просто подряд посмотреть. Тут есть... Ну, это все плейлисты. Вот. Так, а что с плейлистом? V1 и V3. Ну да. Да. Ну, короче, это видосы, они достаточно короткие, ну, по крайней мере, мои видосы. Там есть такие полноценные полуторачасовые, а вот это короткие про там разные основы языка, тоже можно посмотреть, должно быть очень просто. Вот. Вот, их можно все посмотреть, у нас есть даже задания, можно порешать вот эти задания. Вот, их никто не проверит, но задания валидные, и они такие, ну, интересные, я надеюсь. Так что берешь, читаешь, фигачишь, и надеюсь, что все получится. Вот. Так, сейчас я тогда скину сюда ссылки. Так, что-то я как-то не попадаю в руку. Как-то так. Как-то так. А, там что-то еще было. Да, почему я использую Visual Studio Code? Сергей Ермолай спрашивает. Привет, Сергей. Потому что мне лень учить Emacs. Потому что он меня раздражает каждым своим вообще. Ну, как бы, Emacs — это гора хаков, которая скопилась там за 20 лет, да, и... Меня все это печалит, но именно на эмоциональном уровне. То есть, как бы, использовать-то я, наверное, могу, вот, но смотреть на то, как все... Ну, как это, знаете, из серии есть хорошие инструменты, которые хорошие, потому что их так задизайнили, да? А есть инструменты, которые, ну, как бы, то, как устроен Emacs, просто так получилось, да? Так же, как командный интерфейс Git, например. Ну, вот он такой получился. Какие-то усилия, конечно, приложили, но во многом это не оптимум, не идеальное решение, которое было бы здесь для, ну, для такого рода интерфейса, а просто исторический курьез, скажем так. И меня вот это все раздражает, что он такой популярный, и никто не может его заменить. Вот. И самый удобный для Clojure. Но все его там хаки на хаках и так далее, и вот это вся его, как это сказать-то, древность, что ли, и вот это меня все раздражает. Поэтому... Его я не могу толком переваривать. Вот. IntelliJ IDEA с курсивом. Меня IDEA тоже раздражает, на самом деле. IDEA или IDEA. Вот. Но по другой причине, потому что она просто жутко уродливая. Они как бы... Ну, вот, знаете, Xcode, там кнопки друг под друга... подогнаны, да, допустим, и симпатично выглядит, а в идее полный хаос, как бы, как программисты-дизайнеры. Вот, все криво, косо, странные там цвета, логика, картинки и все на свете. И, ну и поскольку он кроссплатформенный, проблема интерфейсов с вот этими отступами, паддингами и прочим, все там, кнопка где-нибудь не там, и там, короче, вот просто эстетически раздражает. И он тормозной. Вот. Поэтому я выбрал VS Code, который как редактор довольно приятный. Вот. Интеграция с Clojure у него, к сожалению, никакая. Это в том числе выяснилось на этих стримах. И вот я пошел спать. Спокойной ночи. Так, вот. Интеграция у него довольно хреноватая. Плагин там пишет один человек, по-моему.
Вот. И надо им помочь как-нибудь, наверное. Может быть, мы сделаем классный плагин для Clojure. Вот. Почему не Atom, опять же? Вот Atom... Atom, конечно, молодец, что они вообще заварили всю эту движуху с веб-редакторами, JavaScript-редакторами и так далее, но именно по качеству Visual Studio Code сделано гораздо-гораздо лучше. Вот. То есть Atom открываешь, и сразу хочется там плакать, глаз дергать, ну, опять же, как бы. Ну, и просто... Я не знаю почему, но вот от него какое-то неправильное ощущение. Вот ощущение... Да я даже не знаю, как сказать. Что это какие-то люди, которые просто получают очень много удовольствия от программирования, что ли, я не знаю, как-то так. Вот. Но, я больше получаю страдания от него. Вот Visual Studio Code, она не претенциозная. Это просто очень красивый, ну, как бы красивый, аккуратный, четкий такой редактор. В нем все на своем месте, и в нем все, ну, как бы все продумано, и они движутся медленно, но как бы постепенно они, в общем-то, делают довольно хорошую штуку. Вот. А с Адамом ощущение такое, что там, ну, как бы, и в него пишут в том числе фанбои, ну, в том числе из-за его популярности, да, вот. И там все не так, далеко не так выверено. Там все, в общем-то, нагорожено. Там, ну, как бы, вот нет вот этого серьезного инжиниринга, когда там, знаете, когда текст печатаешь, и это не тормозит, да. Вот в Атоме он очень сильно тормозил до какого-то времени. Они там такие, мы все делаем на реакте, и даже буквы будем рендерить реактом. Тут такие, ой, что-то медленно, такие, надо переписать. Такие, вот переписали. Ну, что-то еще медленно, надо C++ переписать. А это, кстати, не помню, случилось или нет, но рано или поздно они все равно перепишут. Вот, а в Visual Studio Code, ну, видно, что просто там Microsoft вливает деньги, ставит хороших разработчиков, и они, в общем, делают хорошую штуку. То есть нет такого, что он пока не превратился во что-то громоздкое, ну, алиповатое, накиданное вместе, кое-как, да, склеенное кое-как, и то, что тошнит, вот. Ну, то есть, чисто личные, как бы, предпочтения, скорее всего, вот. Вот. У меня, на самом деле, есть план, блин, короче, я не знаю, у меня есть план на будущее, я либо выучу Emacs, либо раз научу Visual Studio Code нормально работать с Clojure, что, в общем-то, да. Ну, пока так. У меня даже вот, как бы, к вопросу о том, насколько меня все это парит, я, например, написал свою цветовую схему. То есть это цветовая схема, которая выделяет минимум вещей вообще. То есть вы заметили, здесь всего три цвета используются. Ну, на самом деле, четыре, если комменты еще посчитать. Вот, она выделяет константы, такие варды, true, false, числа. Она выделяет строки в зелененький. Вот, и она... И вот на самом деле вот этот синий, здесь его не должно быть, это баг парсера. На самом деле она должна выделять синим только дефиниции, потому что, ну, это удобно, когда вот ты видишь, что здесь, как именно метод называется. Вот все остальное это шум, как бы я его просто не подсвечу. Вот. Очень удобно, очень мне нравится, если что, называется Alabaster. Вот она есть в Store, можно ее поиском найти, скачать, там бла-бла-бла. Это вопрос о том, как меня все это парит. Да, и есть пост на Грампе, но я... Сейчас попробуем, посмотрим, насколько вообще это все индексируется хорошо. Вот, наверное, это он и есть, в общем, да. Нормально заиндексировалось. Вот это пост про Atom, в котором я, просто говоря, потерю, например, вот как можно было вот так вот написать, что вот эта линия, ну, не выровнена ни почему вообще, да, почему здесь все пляшет, почему текст сверху, а этот текст снизу и так далее. Вот, и тут таких моментов, короче, просто миллион, например, там вот эта вот надпись, почему она в бок уехала куда-то, да, например. И вот здесь вот цифра 0, например, не по центру, 12, здесь тоже, как видите, не по центру, да. Иконки вот здесь вот одна такая маленькая, низкая, но широкая, одна высокая и узкая.
и так далее. Короче, и вот, ну, вот в этом посте, на самом деле, там, как бы, я просто начал вглядываться в этот скриншот. Я хотел по поводу какой-то одной вещи, но даже вот крестик вот здесь вот съехал. Хотел пожаловаться по поводу какой-то одной или двух вещей, начал все это взглядываться, и тут ты какой-то ад вообще разверся. Вот, то есть оно такое немножко расхлябанное, и, ну, как бы, да, хочется чего-то более качественного и спокойного. Ну, то есть понятно, что ребята фигачат, что у них там вот надо такие, а, давайте какую-то белочку поставим, да, да, сейчас, что, давайте здесь, а здесь на эмоджи все напишем, да, овоса напишем, да, еще что-нибудь там такие, о, отлично, да. И, короче, это все как бы здорово, но у меня просто, ну, как бы у меня само подход немножко более такой вдумчивый, как бы, да, то есть я не люблю сильно спешить, вот, и ну, мне просто как бы редактор передает вот это ощущение, как он делался, и оно мне не подходит. Так, ладно, короче, я сейчас ставлю ссылку, и если что, посчитайте. Да, блин. О, да, ставил. Окей, ладно, поехали. Надо уже полчаса потратили. Поехали фигачить программирование. Вот. Да, но как бы протарепал, там лучше действительно. То есть, ну, на самом деле, как бы на самом деле, я вот очень сильно топлю за интерактивное программирование. И вообще говоря, да, как бы хороший репл, наверное, важнее всех моих вот этих вот штук для, ну, для производительности. Но, ну, как бы у меня долгоиграющий план притащить хороший репл в хороший редактор, а не, ну, как бы, и Макс я уже объективно не исправлю, да, как бы, ну, блин. А притащить хороший репл в VS Code, например, ну, теоретически, наверное, решаемая задача. Вот. И я живу надеждой, что я когда-нибудь ее решу. Вот, ладно, так, что тут я уже что-то... А, это я показывал, как комменты выделяются. Вот, окей, значит, мы хотели сделать safe picture. Вот, значит, safe picture — это такой метод. Значит, мы идем сюда. Default safe picture. Окей, давайте пока... Сейчас. Я, на самом деле, не помню, что нужно делать для аплодинга картинок, поэтому я воспользуюсь моим любимым методом и нагуглю в своем же коде, как я это делал. Там был прогресс, там что-то вот это вот все. Вот. Вот мы создаем XML request. Создаем form дату, append файл. Серьезно, как-то. Ну, выглядит решабельно. Вот эта штука, я не знаю, зачем нужна, если честно. Сейчас я на всякий случай. У меня просто ощущение, что send, что она не нужна. Что я там что-то, какие-то свои проблемы решал, а вот это на самом деле... Да-да-да-да-да, нет, это не то. Окей, ну, допустим, вот. На самом деле надо... Вот, кстати, какая-то шишняга. Окей. New XML HTTP request. New form data. Append picture image. Post. Контент. Ну вот они ставят вам multipart form data, бла-бла-бла. Но это все в расчете на то, что мы типа как бы как кусочек формы это посылаем, да? А мне-то это не нужно, в принципе. Я хочу какой-то... чего-то более простого.
Ну вот же, да, допустим, мы we can send file or blob data using XSR. Keep in mind all files are blobs, so easier works here. So, ну и короче, они просто open, upload on progress. No, works for me. Send. Вот. Ну, короче, да, ничего, короче, особо не нужно мудрить. Вот я на самом деле отсюда буду копировать. Вот, особо ничего не нужно мудрить. Значит, а как мы здесь будем принимать его? Сейчас. Где у меня сейф? Вот. Post ID сейф. Вот, мы сейчас сюда сделаем. Сложишь свои макс настройки с нуля. Ссылка. Да, тяжело смотреть, когда мало что понимаешь. Окей. Ну, надо было сначала начинать. Вначале было еще проще. Вот. Ну, в начале стримов. Там были базовые штуки, я их более-менее объясняю. Тут уже как бы кодобаза уже какая-то есть, и я над ней уже работаю. Вот. Так. Post ID, rec, бла-бла-бла. Значит, здесь на самом деле у нас body, теоретически, если я все правильно понимаю, то body будет это input stream. Соответственно, мы говорим, slurp работает на input stream, что, за что мне нравится Clojure, что у нее есть функция стандартная, которая без вообще любых запарок, без вот вообще всякого булшита, да, может просто прочитать файл, может просто прочитать input stream, может, даже URL может загрузить на самом деле. Вот, это функция slurp. Вот. То есть, ну, как бы, чтобы понять, насколько это просто чудесно и великолепно, как бы в Java каждый раз, когда тебе нужно прочитать файл, просто ты хочешь содержимое файла как строку получить, да? Это какие-то вообще пляски там с input stream, файл input stream, кодировками, там, прочим больше. Вот. В Clojure это я вот просто молюсь на эту функцию, что она есть, и она делает все, что нужно. Вот, значит, payload, ну, допустим, например, незакрытые скобки тоже, по идее, вещь, которую, по идее, должен редактор показывать, где ты забыл что про этого, да. Он здесь, ну, как бы, типа показывает, но на самом деле, как бы, нет никакой никакой гордости и чести в том, чтобы научиться ловить незакрытые скобки собственным взглядом. Нет, это здесь это однозначно должен редактор помогать. К сожалению, он тут не до конца помогает. Rainbow Parents здесь, опять же, есть, но они сделаны по-дебильному, и нужно их переделывать, поэтому. Окей, upload, save picture. Ну, давайте в save picture мы сделаем что-нибудь, просто вернем просто что-нибудь, да. Соответственно, picture у нас состоит из URL-а. Я сейчас не помню, что я там уже сохраняю, но, по-моему, просто URL. Ну, URL, да. Okay. URL. Давайте, пока вот эта вся операция с файлами, пока ее не будет. Вот, picture name. Вот, просто ID picture, file name picture. Окей, okay. So, короче, штука с... штука с формой. Ну да, значит, сейчас объясню, в чем засада немножко. То есть мы создаем upload endpoint, да, в который кидается картинка.
То есть в теле запроса будут содержаться тупо байты картинки. Вот. Что с этим можно сделать? Вот. Ну, а как бы, да, чего нам не хватает? Нам не хватает имени файла, на самом деле. То есть нам бы хотелось какой-то файл name для того, чтобы вытащить у него расширение и сохранить картинку с правильным расширением, чтобы потом отдавать ее с правильным там моим типом, да, грубо говоря. Вот. Имя файла доступно с момента аплода, то есть мы здесь его в принципе знаем, вот, но как его передать, да, то есть у нас теперь есть endpoint, который не принимает никаких параметров, можно передать с помощью, ну, типа mime типа, вот. То есть, сейчас скажу, то есть смотрите, у нас есть здесь вот идет post picture bytes. Кстати. А то, что я сделал в slurp, это не очень здорово, потому что slurp действительно считает в строку, а мне нужны байты. Вот, поэтому read input stream. Ну, это, короче, сейчас. Сейчас что-нибудь придумаем. Это только не так. Да. Ладно, окей. Может быть, копия, может быть, умеет. Короче, да, это самое. Сейчас что-нибудь придумаем, пока это мелочи для нас. Сейчас объясню, что происходит. Значит, body здесь будет input stream, да? Input stream содержит голые байтики. Вот. Голые байтики — это байты без кодировки, это бинарный формат, да? То есть там нет кодировки. String же — это текстовый формат. Соответственно, нам ни в коем случае не нужно конвертировать в string, потому что тогда будет происходить трансформация вот из байтов в codePoint или еще во что-то. Ну, то есть string, на самом деле, он не байтами там бэкится, да? На самом деле, нам нужно взять эти байты, вот. И вот здесь вот, может быть, мы же можем указать, на самом деле все нормально, сейчас мы копию просто используем. Content type, вот, я вот что подумал. XML HTTP request, content type, вот сейчас мы так вот сделаем. Если можно, то мы попробуем вытащить его из set request header. Ну, окей, да, пробуем. Короче, не важно. Короче, допустим, здесь get in request headers content type, вроде бы, да, то есть мы передаем имя поста, content type и payload, вот, значит, и идем в save picture, вот сюда, значит, здесь будет идти post id, дальше будет идти content type, и последнее, это будет input stream, вот, значит, мы скажем println content type, потому что я хочу посмотреть, как это будет работать, и действительно ли там все, что нужно, придет. И, допустим, вернем мы это, ну, не знаю, strp post id
пока, короче, картинка будет вот такая дурацкая. Вот. Дальше надо будет этот input stream сохранить в файл, не конвертируя промежуточно ничего. Это прекрасно делается, это гораздо проще сделать, чем сначала считать байты, а потом придумать, как байты засунуть в файл. Что скажешь про коде сплит в Clojure Script и можно ли вынести Base.js в отдельный модуль? Я ни разу не пробовал, и я не знаю, как работает коде сплит. Но по идее, он там вроде как-то сам определяет, что куда выносить. Вот. Ну, то есть, просто нет идеи в этом. Сорян, не могу ничего сказать. Так, вот это, значит, нужно пока закомментировать, потому что это неправда. Вот. OnChange, значит. Files, update preview files. Где-то мне вот эти files были нужны. Почему files? А, то, что picture input только список файлов можно открыть. Окей. Окей. Значит, вместо update preview. А, ну вот это нам больше не нужна. Ну, ладно, или нужна, не знаю, короче. Давайте сделаем просто метод upload. Здесь вот. Upload files. Да, и значит. Это наша старая фигня. Вот. Я вообще не знаю, как можно не загрузить файл сюда. Поэтому давайте пока вот так. Типа файл у нас есть. И теперь мне где-то был здесь fetch метод. Вот. Ну вот нужно сделать примерно то же самое. Примерно то же самое. А, кстати, вот чуваки-то по-другому как-то делают, да? Когда... Как определить, что все закончилось-то? Unload. Нет, похоже на правду. Похоже, что вот все так и делается. Окей, ладно. Значит, разница в чем будет? Значит, payload это будет файл. С этим проблем нет. Метод URL есть. Вот, дополнительно просто нужно... Значит, давайте сделаем вот так. Мы здесь делаем opts. Потому что параметров много, как они пересекаются, мы черт его знает, в общем. Или как назвать-то? Похоже на правду? По-моему, похоже. Окей. Но фетч в любом случае переезжает наверх куда-то. Очевидно, что он нам будет нужен. Да, и превью не нужен. Вот. Значит, теперь у фетча появляется... Ну, во-первых, это будет пост точно.
Во-вторых, это будет вот это вот. Ну, URL, но немножко другой, да, потому что не save будет, а upload. А дальше, дальше идут опции. Соответственно, body это будет вот так. Первый файл. Success там что-нибудь придумаем. Короче, мне нужно сделать следующее. Headers. Мне нужно сделать headers. И content type. Вот. Вот что интересно, как понять контент type у файла. Вот он мой вопрос. На первой странице Google, как всегда. Но это не то что-то. Окей. Вот это уже похоже на то. О, files.type. Вот часто мы и попробуем. Это пока я не буду делать, да? Короче, пока вот так сделаем. Значит, сейчас я сделаю здесь println большой. Files.type. Здесь будет get files первого файла. И мы хотим у него взять type. Вот так, значит, сразу сделаю прогресс. И сейчас посмотрим, что там. Прогресс, функция E. Length computable. Видно, завершение тоже как-то по-другому делается. Unready state change. Ничего себе. Окей. И тут какая-то... какая-то еще байда. Окей. Ну вот да, здесь то же самое. Окей. Ну давайте вот так сделаем. Значит, мы здесь сделаем... Короче, здесь у нас будет типа процент просто. И мы его просто распечатаем. Вот так сделаем пока. И вся хитрость идет сюда, да? То есть если мы говорим when some progress options, если в опциях была такая фигня, вот, нам нужно сделать вот эту штуку. Еще в конце false не забудь поставить. Add event listener, бла-бла-бла. Так, значит, здесь мы должны сделать так. Progress. Дальше идет fn on upload progress. Здесь Е просто, да? Окей. Хоть Е есть, спасибо, хоть this не надо использовать. Вот. Ну, это такая вот формула, что я могу сделать.
хотим. Вот. Переведу все на мои макросы. Хотя я не уверен, что это нужно, но чтобы нечаянно в advanced компиляции они не скомпрометировались, потому что как бы они не должны, но надежда на это чисто надежда. Так, Сергей, привет. Привет, Сергей. Как дела? Мы тут пишем аплодер. Так, прогресс. Значит, что сейчас должно произойти? Сейчас, по идее, должно уже что-то произойти. Сейчас я консоль проверю. Вот, да, rank number of arcs. Вот так потому что надо делать. Теперь пост ID. Ну да, потому что upload. Я еще не вызвал нигде этот upload. Значит, вот где update preview происходит. Здесь нужно сделать upload. Post ID и files, да? Вот. А единственное, что нам нужно вычислить post ID теперь каким-то образом. Ну, сейчас мы посмотрим, как мы для сейва его вычисляем. Post ID. Ну вот как-то так. А что делать? Upload post ID files, да, и значит, и когда вот здесь мы делаем, вот здесь вот, date preview и upload, post ID у нас есть уже, files тоже есть, должно сработать, а, смотрим, скомпилялось, это хорошо, это хорошая новость. Окей, да, только надо консоль обязательно открыть, потому что тут наверняка сейчас он будет материться, как не знаю что. Пускай картинку все закинем. Вот, он, кстати, браузер сам определил мне контент type, что очень хорошо. Вот, он попытался запостить это сюда. Сервер сказал, что такого урла нет. Персент сразу сработал 100. Вот, очень интересно. Ну ладно. Так, значит, давайте посмотрим еще вот что. Давайте посмотрим, что контент type реально отправляется. Да, мне даже ничего не надо делать. Контент type просто сам отправляется браузером. Вообще шикарно, я считаю. Окей. Теперь, почему у нас нет post upload? Чего не так? Чего не сработало? Post, баба, upload, post, да? Мы же постим. Не гетом же засылаем. Пост. Окей, так, вот эта фигня тогда уходит сразу в нет. Нам нужно еще state change сделать будет. Вот. Это. Сейчас сделаем. Так, значит. Давайте попробуем. Мне, кстати, интересно. Посмотрим, что сейчас это вызовет. Ну, во-первых, я надеюсь, что он не вызовется все-таки success, если вот этот upload не свершился. Вот. Ну, success хоть не вызывается, и на том спасибо. А превьюшка обновляется. Но это ожидаемо. Ладно. А, кстати, что сейчас моргнуло?
Если я нажал выбрать и cancel, то считается, что я выбрал, то есть он change произошел, но выбор пал на пустой файл. Вау, ничего себе. Окей. Так. Да, ну что-то failed. Ну, окей. Есть вероятность, что нужно просто подключиться к репу. Во, а тут чуть не работает. Вот что произошло. Poster ID, потому что где-то я написал. И у меня просто ничего не скомпилялось. Оно, конечно, не работало. Да. Все еще не работает, да? Save picture я назвал так. Окей, допустим. О, скомпилялось. Вот, сейчас должно сработать. Давайте другое что-нибудь. А, почему-то он два раза написал. Дальше написал upload complete, но не распарсил то, что мне пришло. В принципе, upload complete сработал. Короче, а вот это я не знаю, откуда взялось. Наверное, что-то старое. Почему он пишет по два раза? Короче, знаю, почему он пишет два раза. Еще зеленый фон почему-то не убрался. Это тоже не очень здорово. Окей, кидаю. Вот. Потому что первый раз хендлер срабатывает на драг-н-дропе, а второй раз он срабатывает на ончейнже. Соответственно, теоретически, да, в Drop. Теоретически вот здесь-то мне вообще ничего не надо делать. То есть вот этот осет, по идее, да, поскольку у нас до сих пор есть input через этот файл, вот, он триггернет там onChange, и onChange уже все сделает. Давайте проверим, насколько эта гипотеза верна. Ну да, логично, вот он change, вот он принтанул, а дальше это уже асинхронная хрень, потому что она происходит в фоне. Upload complete. Супер. Черт, как же сделать-то? Как найти очень большую картинку? На самом деле, большая, может, и не пролезет. Окей, 20 мегапикселей. Сколько она будет весить? Ну, пара мегабайт там, не знаю. Даже больше не надо. Сейчас нужно только что-то, на что я смогу смотреть несколько раз. Давайте download original size. Вот, 10 мегабайт. Отлично. Ну, как бы, что я хочу? Я хочу потестить прогресс. Да, окей. Процентов 3% загрузил, а потом сказал request entity too large. Что тоже, в принципе. Ну, я про курсив уже высказался, так что больше не буду комментировать, наверное. То есть у меня сам курсив, и я против него ничего не имею, но
А вот у нас max request body стоит в напротив IntelliJ, имею 8 мегабайт, а я загрузил 10 мегабайт. Блин, да что ж такое? Так, вот, короче, это кто-то из... Сейчас, что я использую? HTTP-кит? Ring? Кто-то из них делает, короче, эту хрень. Какой у меня сервер? У меня FigWheel. Значит, FigWheel использует HTTP-кит. HTTP-кит. Значит, нужно идти и ругаться к ним. Ой. Блин, или найти картинку на 8 мегабайт. Окей, back to group. Давайте, сейчас другая картинка будет, я уверен, на 8 мегов, а не на 10. Или надо отрезать немножко картинку. Бля, еще больше. Ну, вот это сколько будет весить? Надо было не very large picture, а просто large picture сделать. Короче, я хочу такой размер, который стригерит прогресс, но не стригерит вот этот вот size too big. О, я даже не смогла загрузиться, походу. Не обрезать же я теперь. Да, это еще больше 25 вообще каких-то мегабайтов. Ладно, сейчас что-нибудь более найдем такое. Давай назад к группе. Ну вот какая-то могилы какие-то. Или что это? Тоже какая-то гигантская. Ну... Во, 5,9. Фу, все, yes. Все, повезло. Ха-ха-ха. Окей. Тоже с могилами, ну ладно. Во, процент. 47, 100. Супер. Значит, да, еще раз, как бы, ну, то, как бы, мою позицию по поводу редакторов, я никому не навязываю ее просто. Это мои персональные заморочки, они мне больше мешают, то есть я не горжусь этой позицией, чем помогаю. Вот. Если бы я мог что-то с этим сделать, я бы, конечно, сделал, пользовался нормальным редактором и был продуктивен. Ладно, нам нужно что сделать? Нам нужно... Нам сейчас нужно сделать следующие места. Нам нужно сделать прогресс-барчик. А, я знаю, как еще угарно тестить же. Стоп, спокойствие. Мы сейчас нетворк поставим тормозной. Slow 3G, и сейчас вообще все будет еле грузиться. Надо вообще достаточно маленькую картинку будет даже. Вот, вот, ха-ха-ха-ха. Мы сейчас вообще отлично потестим все это дело. 8, 17, 25, 42. Му-му. Вот, Slow 3G, вот что нужно было. Окей, гениально. Пробовал Paringfer под MS-Code. Нет. Paringfer я не пробовал, к сожалению. Так, все-таки... Так, ну здесь мы, видимо, это удаляем. Заодно вот эта вот фигня уйдет, что мне нравится, в принципе. Дальше в аплоде. Значит, вот здесь вот у нас... Ну, давайте пока сделаем так. То есть upload не будет. Радужные скобки я пробовал, но их там три, по-моему, разных варианта плагинов. И все три, как вообще, как на подбор. Есть же тот, которого можно цвета свои выставлять. И мне кажется, у меня даже в конфиге где-то
написаны там до сих пор цвета для этого, вот они, которые я там подбирал, чтобы они красиво сочетались. Вот. Но у них у всех есть идиотская проблема, что вот такую комбинацию скобок они считают абсолютно нормальным, потому что они просто считают количество скобок. То есть, ну, допустим, вот такую ненормальную, да, окей, или такую ненормальную, потому что количество скобок разное. Вот. И даже типы не считают, но вложенность не считают. То есть для них вот это и вот это одно и то же. Две открывающих, две закрывающих, все корректно. Вот. И ну, это не имеет смысла для кложа, то есть нужно это фиксить. Вот. Нужно считать честно. Стек, вложенность, это вот все. Блин, на Advent в коде такие задачки там вообще решаются в два счета, а тут программисты плагин не могут написать. Ладно. Вот этот код мне нужен. Здесь мы нужно отдельно захендлить удаление картинки, но не важно. Пока все классно. Значит, success у нас есть, прогресс у нас есть. Вот, осталось это все нарисовать. Ну, собственно, мы идем и рисовать это все. Рисовать мы будем через миксины, конечно. Вот, значит. Давайте сделаем. Во-первых, ну здесь достаточно простого RAMLocal. У него будет значение. Ну, имя будет upload status. Вот. И оно будет принимать значение процент. Типа percent. Ну, короче, здесь либо будет число, либо done. Вот, мы начнем с done. Вот, да, то есть. Короче, будет вот так. Будет вот так, все. Значит, что мы делаем? У нас здесь идет картинка, да. Вот если есть картинка, то мы ее рисуем. Вот, я хочу сделать следующую фигню. Как бы это сделать-то? Я могу обернуть картинку в div, теоретически, да? И тогда, ну, короче, я хочу нарисовать какой-то прогресс-бар поверх картинки. Вот. Ну да, что, надо его рисовать просто. Мы, значит, делаем здесь div. Вот так вот. Да. Дальше идет картинка. Спору нет. А дальше мы говорим прогресс. Edit post picture. Допустим, вот так. Progress. Дальше мы должны сделать следующее. Сказать. Так, как у нас там называется-то это все? Upload status.
есть upload status не done, то мы говорим, что типа класс будет loading. Ну, допустим, вот так. Давайте для начала сделаем еще вот что. Давайте сделаем здесь, допустим, 77. Вот. Да, если класс не uploadит, дальше вот эта вот опять же штука идет только если класс не uploadит. И вот в этой штуке мы должны сказать style width. Как-то так. Вот. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Ну, то есть надо CSS на это все дело прописать. Вот, но вообще, как-то так, как-то так. Угу. На самом деле, этот класс можно было бы и картинки приписать, наверное. Че, в общем-то, диф-то мучить, да? Окей, значит, мы идем в After CSS, где тут у меня picture, picture empty, picture image, post file. Значит, вот здесь мы скажем, что картинка будет полупрозрачной в процессе загрузки. Дальше нам нужно вот эту вот фигню как-то обрисовать. И вот эту фигню надо нарисовать. Да? Значит, про это мы знаем height, допустим, 3 пикселя. Width, допустим, 80%. У этой штуки тоже 3 пикселя. А, ну да, здесь, допустим, border solid, наш любимый розовый цвет. Да, значит, здесь background тоже наш любимый розовый цвет. Можно сделать еще радиус, если у него 103 пикселя, ну давайте сделаем высоту 4 пикселя. Пфф, 2 пикселя. Смотрим, что получилось. Ну вот какой-то прогресс-барчик появился. Единственное, что позиция у него не там, да? То есть я хочу его сделать по центру. И я хочу его сделать. То есть для этого нам на самом деле-то нужно вот этой вот фигне, видимо, сделать позицию. Сейчас. Edit post picture. Вот так вот. Relative. Вот этой штуке надо сделать position absolute top 50% margin минус 2 пикселя 0,0,0. И поскольку у него ширина 80%, то left, соответственно, 10%. Ну, как-то так. О, по центру. Так, можно на самом деле сделать даже вот так. 50% минус 2 пикселя. Вот как я научился. Классная конструкция и поддерживает 7 браузера. Окей, типа прогресс-бар будет ну, почти на месте, да? А, я еще хочу ему бэкграунд сделать white. Здесь вот, чтобы непрозрачно было.
Я поначалу думал, что еще можно сделать. Ну, короче, да, мне нравится. Не знаю, к вам, а мне нравится. Да, но она так и не отображается. Ладно, значит, нам нужно просто взять вот этот прогресс, upload status, да, вот этот вот, и как-то его прокинуть в... Она все просто. У нас же здесь вот upload, post ID files и upload status. Так, вот эта хрень мне не нужна. Вот эта хрень мне не нужна. И upload. Upload status. Вот, значит. Reset. Upload status 0. Reset upload status percent. И вот так. Видали, что? Очень быстро только. Сейчас. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Yes! И потом какая-то задержка, и все. Не знаю, что задержка в конце, кстати. Но это все вызывает во мне какой-то нереальный восторг. На самом деле. Что за задержка в конце? Ну ладно, задержка и задержка, что я могу сделать? Какая-то задержка. Ладно, окей. Мне все это очень нравится, но есть несколько моментов. Первое, надо сделать обработку ошибок. И пока мы знаем на самом деле, что на какие штуки у него ошибка, я знаю, что если большую картинку кинуть, да, происходит ошибка. Надо нарисовать ошибку. Для этого нам нужно, естественно, здесь сделать... Мы здесь пишем error fetching. Да, пишем. Значит, это значит, что... Просто говорим, что ошибка, ребят. Другой момент, что я, возможно, хочу... Фич. Ну ладно, да, нормально. Супер. Значит, произошла ошибка, и нам нужно ее обработать. Нам нужно здесь сделать, соответственно... Обработка здесь, соответственно, достаточно простая. Мы просто ресетим статус failed. И нам единственное, что нужно, теперь научиться отображать статус failed. Что должно быть не очень сложно. Вот, давайте здесь сделаем сразу. Здесь, соответственно, нам нужно сделать вот так. Прогресс отображается только, когда у нас числовой статус.
Ну, а здесь, соответственно, мы сделаем так. Если там число, то мы ставим loading. Если там failed, то мы ставим failed. Ну, короче, просто покрасим картинку в красный, да и все, чувак. Да. А, не, не так. Надо тогда div покрасить. Нет, как покрасить картинку в красный? Есть какой-то способ? Ну, я знаю, она как бы... Да. Все-таки надо вот к этой штуке делать. Ну, мне нравится. Кому как, а мне все нравится. Вот. Ошибка, да? Ну-ка. Да. А, нужно еще вот что. Сейчас я поставлю slow 3G. И попробую выбрать через компонентик. А вот сейчас вот произошла какая-то фиготистика небольшая, да, то есть почти все правильно отработало, кроме, а вот все, просто картинка не прогрузилась сразу. Окей, да, значит, ну, надо научиться удалять картинки, там, значит, надо что-то посылать на сервер, там что-то как-то ему сообщать, что, мол, бла-бла, картинки там, чувак. Вот тут сейчас, короче, превьюшка, которая полностью локально отображается, да, не успела отобразиться. Ладно, поехали, значит, в сервер поехали. На клиенте меня, в принципе, более-менее все устраивает сейчас. Ну, удаления картинки нет, но его как бы и не было, если честно. Вот. Значит, save picture. Значит, с этим вот теперь надо делать. Мы печатаем content type, да? Печатаем content type new. Оба. Как это content type new? В смысле content type new? Стопэ. А я же видел, что... А это что? Я как-то неправильно... А, сейчас еще одна проверка. Значит... Да. Короче, ring все lowercase-ит все атрибуты в мапе, чтобы... Ну, потому что там, по-моему, их можно поставить в любом кейсе, чтобы ты знал точно, как их искать, он их lowercase-ит. Окей, content type приходит. Супер. Значит, окей. Picture name, да? Значит... Mm-hmm.
сейчас надо попробовать всякое разное. Допустим, есть у меня MP4 файл какой-нибудь. Что, не ищешь, что ли? Ну ты чё, чувак? Просто мы поддерживали когда-то MP4. А, ну это, собственно, наше же... Просто хочу смотреть видео MP4. Ну, короче, вот, ладно, окей. Ну, давайте сделаем LED extension. Мы просто отрежем первую часть, оставим вторую. Вот. А, даже вот так. STR split. Type. Вот, да. JPEG. Picture name мы возьмем вот из этого вот генератора. Что может быть излишне, но пускай будет. Пускай будет. Не очень понятно, зачем к пикчеру приделывать пост ID, да? Мне не очень понятно тоже. Я думал, что в этом будет какой-то... Не знаю, что я думал, что в этом будет. Но мне уже кажется, что достаточно... Да, мы не будем приделывать пост ID. Вот что я решил. Это имя картинки. Это первое. Во-первых, ну, потому что появились драфты в том числе, поэтому на самом деле extension не очень-то и нужен. Это первое. Теперь мы знаем, как сохранить картинку. Дальше вот то, что было вот там, вот наверху, это на самом деле попытка разобраться с тем, что делать со старым. То есть нам нужно на самом деле старую картинку удалить. Вот. Сейчас. Мы точно знаем здесь, в данном случае, что... Блин, я придумал более прикольный фильтр загрузки картинки. Короче, все пока ставим на паузу. Сейчас объясню, что я хочу сделать. Допустим, ну это будет параллельно. А, вообще что? Не, вот даже вот так. Только единственное, что width поменяется на height. Да? А вот эта вот штука с... Значит, мы это закомментируем пока. Сейчас хочу просто по-другому попробовать, и мне это все жутко нравится теперь. На самом деле вот эта штука даже не нужна. Мы напрямую можем сделать так. А, не так, вот там. Не важно, да, бэкграунд, допустим. FFF? Не, это хуже будет. Ну, да, не важно. Сейчас. Вот так. А картинка с opacity не будет. А. И делаем slow network. И закидываем туда. Во. По-моему, гениальный эффект. Только надо наоборот сделать, естественно. Вот. Только надо сделать наоборот. На самом деле
Да, height должен быть такой. Не, height должен быть вот такой. То есть на 100% у него будет height 0. И позиция на самом деле почти правильная, только к bottom надо ее приклеить. О. Вот так. Красота же вообще. Старые добрые времена модемов. Сейчас я надо подогнать, допустим, opacity. Мне все это очень нравится. Если вы не заметили еще до сих пор. Супер, да, все, мне нравится этот эффект. Хотя у него есть, ну, юзабилистически, например, у него нет состояния загружается, загружено. Да? То есть видели, что там такая задержка в конце перезагружена. На самом деле у него четко нет этого состояния. Он не работает на белых картинках. То есть если вот этот же мозг сейчас найду где-нибудь, да, у него белый верх и низ, то его будет не видно немножко на этом. Но мне это, в принципе, пофиг. Зато мне все нравится, поэтому я думаю, так лучше. Главное, чтобы мне нравилось, правильно? Вот. Ну окей, продолжаем. Наш сервер... Сервер-шмервер. Сейчас водички налью себе. Надеюсь, что мы хотя бы картинку туда бьем на сегодня. Так, ладно, значит, штука с вот этой штукой в том, что, ну, на самом деле нужно вот это вот все, вот эту вот всю старую штуку проделать. Вот. Да, то есть мы, значит, смотрим. When some picture. Сейчас мне просто нужно формат, я не помню, его нужно держать под рукой. Назовем его драфт, потому что это же драфт. Правильно. Если картинка есть, там еще была логика, типа, если картинки нет, то нужно не стирать. Это, короче, это все не нужно пока. Вот. Если картинка, короче, была, надо ее удалить. Вот, удаляется она вот так. Значит... Ну и dir давайте сделаем, действительно, вот это вот было довольно удобно. Его delete file, его file, dir, url, pic. Если картинка была, мы ее грохаем. Дальше мы говорим, опять же, when some picture, мы пока предполагаем, что картинка будет обязательно. Нельзя, ну, как бы, удаление картинки отдельный endpoint будет какой-нибудь там, не знаю. О. Удаление картинки, наверное, будет через save post на самом деле. Вот. Значит,
Нам нужно скопировать файл. Вот здесь, кстати, tmfile, вот эта вся хрень, этого ничего нет. Значит, нам нужно сделать просто его copy из input стрима в его файл dir name. Вот так. Да. Это раз. И два, нам нужно обновить пост. Кстати, вот это вот... эта штука с created update, это я вот подумал сейчас, на самом деле. Это что-то, что нужно делать в момент публикации, а не сейчас. Поэтому мы сейчас это уберем. А, да, ну и, соответственно, asoc draft picture URL name. Так. И, значит, нам нужно вернуть picture. Так, что такое? Где что не закрыто? Лет не закрыто. Вот, то есть мы сохраняем ее таким образом, бла-бла-бла, и URL. Вот единственное, что SavePost сейчас будет грохать это все, потому что... Ну, вообще нормально. Вообще нормально. Сейчас, значит, мы возвращаем picture URL name. И вот в случае с ресетом, на самом деле. Я попытаюсь сейчас вспомнить, нафига мне был нужен picture URL. А, picture URL это на самом деле для превьюшки. То есть он ни к чему не относится. Вот. Но штука в том, что, наверное, я не хочу... Сейчас. Сейчас я объясню, в чем затык. Короче, вот у меня есть пост hidden, да? Это некая структура, в которой хранится вся информация. Окей, как бы, да? Окей. Давайте тогда сделаем вот как.
Давайте наши все endpoints будут возвращать целиком пост. То есть они заходят, апдейтят несколько полей, и то, что вернулось, мы, в общем-то, и возвращаем. Ну, так, скажем так, будет меньше геморроя, потому что весь код, который где-то там хоть как-то что-то работает, да, он будет работать целиком с постами. Значит, окей. Момент еще вот такой. Значит, теперь здесь надо разобраться на клиенте. На клиенте проблема такая. На клиенте у меня есть postlocal и postsaved, да? Соответственно, postsaved — это то, что он нам подтвердил сервер. А postlocal — это то, что мы наредактировали прям тут. Вот. Значит. И пока это работало для редактирования, собственно, текста, это работало. Вот. Но штука в том, что, короче, я могу взять postsaved, могу его обновить. Ну, кстати, я так, наверное, сейчас кое-что. Я так и сделал, где у меня там upload. Вот здесь в upload status идет, ну, upload status и postsaved, да? Мы идем в postsaved, в save, в upload мы идем, на самом деле. Так, добавляем сюда, и на самом деле мы должны сказать reset postsaved transit read transit str. Вот так. Да, то есть то, что нам вернули, на самом деле, мы должны взять из него пост. Вот. Окей. И таким образом мы, на самом деле, мы обновим только URL. Ну, как бы, коммуникация между клиентом и сервером всегда, ну, сервер всегда шлет, типа, текущее состояние поста. Вот. Мало ли что там, на файл в системе что-то сменили или еще что-то. Вот. И таким образом postsaved — это, ну, там, актуальное состояние с сервачка, да? Вот, окей. А postlocal — не очень понятно, что такое. Postlocal — это какая-то искусственная вещь. Я думаю просто о чем сейчас? Я думаю о том, что надо ее разбить на... на текст и автор. Потому что мы их по правде, мы только их редактируем. И локально мы их трекаем только их вот отдельно, да? Вот. Хотя, с другой стороны... Ну да. Да? Допустим. На самом деле picture URL могла бы быть picture в postlocal. Да. Не, нормально. Давайте, да, давайте вернем. Пофиг, что там не все. Пофиг, что там не все. На самом деле, да, даже можно picture URL упростить, потому что picture URL — это на самом деле picture в postlocal, а в postsaved будет то, что saved. На самом деле, то, что даже... Так, окей, ладно, сейчас я тут, короче...
Я просто размямлился, я понимаю, да, но... Сейчас... Севером что-то не то, что ли. Нормально. Окей, пробуем. Значит, пробуем загрузить к посту другую картинку и посмотреть, что получится. Вот, вот создался файл, старый файл грохнулся, файл похож на правду. Он прописался в... Прописался? Прописался. У него правильное расширение. И на самом деле, если мы сейчас рефрешним... Ой-ой. Сорян, это не должно было случиться. Если мы сейчас рефрешним, должна подключиться... Получилась вообще хрень. Почему? А почему картинка не подгрузилась? Вот, кстати, непонятно. А, ну вот надо смотреть. А, нет, сервер ничего не говорит. Непонятно, почему не подгрузилась картинка. Может быть, у меня какие-то пути неправильные в сервере? Пост, пост ID, image, grumpy, data, пост. Потому что она в драфте. Да, да, картинка у нас в драфтике. Надо, вот почему она не подгрузилась. В постах ее как раз нет. Да, блядь. Сейчас что-то я с кнопками топ нажимаю лишний раз. Окей. Ну, драфты нам нужны только здесь. Поэтому мы добавим этот путь только здесь. Post save, post plot. На самом деле вот здесь вот тоже можно поменять на драфт, да. И picture сейчас где-то же я вот тут да, вот так. Во, подгрузилась, и еще и красная почему-то. А почему красная? Потому что состояние error, что ли? Да, потому что я начинаю состояние failed. Вот, это, кстати, нам напоминает о том, что состояние failed я не переделывал, когда переделывал на progress bar. Его можно переделать, заменив как раз именно прогресс бар, сделав fail. Вот так вот. Давайте просто сделаем отдельный элемент для этого. Чего уж. Имидж лоудинг статуса тоже его уже нет.
Вот как-то так. Как-то так, да. Но на самом деле это не фейл, да, потому что я просто здесь поставил фейл. На самом деле, что там у нас? Аплодит, по-моему. Аплодит. Как-то так, как-то так, как-то так. Пробуем. Меняем картинку. Оп, загрузилось. Оп, имя файла поменялось. Поменялось. Refresh. Refresh. Окей. Это мы как-то малой кровью победили пока. Хотя у меня есть ощущение, что какой-то подвох остался. Ладно. Ладно. Так. А, блин, уже времени. Что я делал? Картинки сохраняются. Автосейв. Вроде есть. Вроде есть. Удаление картинок не делаем пока. Его и не было. Вот этот метод не нужен пока. Он вошел вот сюда. Публикацию осталось сделать, получается, да? Ну, загрузку мы сделали, мы даже прогресс-бар сделали. Можно я еще на прогресс-бар еще разок погляжу. Очень уж он мне нравится. Какая-то еще была штука. По-моему, ее только в Safari сделали. Которая блюрит под фоном. Я вот не помню, где она вообще поддерживается. По-моему, только в Safari. И там чисто... Ну, короче, это не то немножко. Это надо слишком мудрить. Ладно, с блуром пока не будем мудрить. Окей. Значит... А вот сейчас, кстати, было не очень здорово. Смотрите, количество запросов на сейв, да? Допустим, я печатаю раз, два, три. И уходит три запроса почему-то. Почему три запроса уходят? Это ошибка. Это ошибка. Да я здесь где-то перемудрил. Так не должно происходить. У меня специально же там таймер. Callback. Раз в 1000 секунд. Если post local не равен post saved, то save. Может быть, потому что... Нет. Может быть, это из-за количества автосейв таймеров? Ну-ка. Да, это просто три таймера почему-то. Почему? Почему картинка не загрузилась сейчас? А, я вспомнил, что я хотел сделать. Так, вот что я хотел сделать. Когда мы говорим save, я хочу не весь пост отправлять, а только потому что иначе он перезатирает картинку. То есть в посте у нас содержится и адрес картинки тоже. И он, вообще говоря, может не то сохранить туда.
Все, я вспомнил, что я делал. Вот, короче, значит, мы делаем только вот это. Дальше в save post мы должны на самом деле сделать, сказать вот так, также. Get draft. Draft и post. На самом деле это не post, а updates. Вот так вот. То есть, опять же, мы как смысл в том, что мы посылаем там такой минимальный набор ченджей, которые надо сделать, которые надо сохранить, да? На самом деле, я мог бы даже посылать только те поля, которые отличаются. Вот. Чтобы сэкономить трафик. Но это как бы уже совсем заморочки. То есть, мы посылаем только те поля, которые отличаются. Грузим фигню с диска. Обновляем ее. Ну вот, мерджим, да, со старым постом мерджим новые апдейты. То, что получилось, сохраняем и возвращаем. Вот что я хотел сделать. Я просто отвлекся и забыл про это. Вот. Второе, что я хотел сделать, это picture URL перенести внутрь. Потому что сейчас, короче, автосейв, поскольку у нас post-local, почему произошла ошибка, да? Post-local инициализируется тем, что загрузилось с сервера изначально. Да? Дальше post-local меняется только когда мы печатаем. То есть вот здесь onChange, мы меняем там либо body, либо автор. Но там же хранится picture внутри. И этот picture не меняется. Вот. Даже когда мы перезагружаем, мы меняем picture. Когда приходит response сервера, мы меняем picture только в post-save. Вот. А в post-local не меняется. Поэтому если после того, как я загрузил картинку, что-то попечатать, получится ошибка. Получится, что все неправильно. Вот. Да. Окей. Сейчас давайте сейчас проверяем, что это работает. Вот. Для этого нужно. Потом надо разобраться, почему несколько таймеров было. Это вообще неправильно так-то. Ладно бы был бы старый таймер, но несколько таймеров, блин. А тут, мне надо выключить это, потому что не успевает проинициализироваться все мои JS-очки. Сейчас должен футер появиться. О, футер появился, окей. Загружаем картинку. Ошибка. О, что за ошибка? А, теперь сервер не смог удалить старую, короче, картинку. Да. Ну, вообще, по-хорошему, таких ситуаций не должно происходить. Но, ну, как вы знаете, мало ли что бывает. Тут зашел руками, кильнул картинку, а PostIdon не обновил, да? Или как-то так. Вот, значит, пробуем еще раз. Заодно мы добавили... Да, блин. Успел, что ли? Ну вот, обновилось. Теперь пробуем следующий сценарий. Я загружаю картинку, что-то печатаю, рефрешу. О, починилось. Супер. Да, ну еще бы она не починилась. Значит, следующее, что я хотел сделать, это picture URL сделать частью post-local. Значит, picture URL, picture URL, picture URL.
Окей, значит, мы говорим, что picture URL это URL picture post. Давайте post local. Вот этот флаг вообще используется где-то? Не используется. Окей. PostLocal. Это PostLocal. Это, кстати, обычная штука. Типа вначале нужно все наши динамические переменные разминовать. Вот. Значит, окей. Теперь вот это вот у нас. Сейчас. Заменяется на вот это. Да. Значит. Вот это заменяется на вот это. И единственное, что осталось вот здесь, вот мы должны сказать postlocal. Вот. Теперь идем в date preview. Здесь, соответственно, postlocal. When some picture URL local грохнуть. Окей, если там ой swap post local вот, таким образом мы, ну, как бы избавились, мы поддерживаем, как бы внутри нашей системы, мы поддерживаем структуру, да, что PostLocal содержит все те же, ровно те же поля, что содержит там сервер, что содержит PostSaved, что любой пост содержит, что пост везде, всегда, во всех ипостасях выглядит одинаково. Это всегда picture, у него всегда есть поле picture, у него всегда есть поле URL. Вот, сейчас что-то не работает. Делиметр где-то не забыл. Где-то забыл делиметр. Здесь вот что-то не сошлось у нас. А, ну я как всегда лет забываю закрывать. Блин, а что такое-то? Раньше не было такой проблемы. Кстати, вот здесь вот надо. Вот это заменить, соответственно. Сколько у нас уже есть? Я надеюсь, что в Clojure как-нибудь изобретут синтаксис для. Ну, какой-нибудь есть деструктуринг, да? А вот это вот дереференс, дерев. Это тоже, в принципе, такая операция довольно часто нужна, и неплохо было бы, если бы, ну, там, деструктуринг, синтаксис каким-то образом это все поддерживал, например. Так, мне еще нужно... Окей. Окей. Сейчас мы все во всем разберемся. Сейчас все не работает, потому что picture URL это локальная ссылка, а не глобальная. Здесь у меня был специальный код, который там типа я конвертировал, но на самом деле этот код не нужен и мы можем просто разобраться вот здесь вот, в момент рендеринга. Или даже не так. Даже не так. На самом деле, блин, picture URL это... Нет, да, все так, все так.
Что там у нас было? Drafts, post ID и URL. Draft. Draft, post ID. Блин, он должен называться не picture URL, а picture name на самом деле. Я не знаю, почему я URL везде пишу. Вот. Ну, хорошая новость, что мы можем вот эту вот колбасу удалить, например. Вот. Ну, с upload статусом ничего не сделаешь, его никуда не засунешь, по идее, так что оставляем пока как есть. О, все, отлично, картинка загрузилась, делаем наш тест. А, блин, еще не загрузилась. Так, делаем наш тест. Закидываем картинку, что-то печатаем, смотрим, что все сохранилось. Да, похоже, что сохранилось. Окей, так, вот эта картинка старая, ее надо грохнуть. Это актуально, и она соответствует тому, что написано там. Она будет удаляться. Та уже никогда не удалится, очевидно. Так, значит, еще разок я попробую. Да. Модемчик. А, вот, теперь надо разобраться с вот этим вот колбаснёй из сейвов, потому что что-то их много. Колбасня из сейвов. Разбираемся. Давайте сделаем так. Давайте сделаем некий ID run int 100 тысяч. И посмотрим, что происходит. Может, я как-то save interval неправильно понимаю. Set interval неправильно понимаю. Так, что такое? Картинка сейчас что-то не грузанулась, да? Что вообще произошло? А, так, 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 так. Это нормально, скоро сделаем. Вот, идем в консоль. Ну, вроде бы по разу, да, выстреливает. Вот. Короче, я грешу на то, что у меня как-то неправильно обновляется из-за фигвилла это все. Вот сейчас произойдет рефреш. Вот. И посмотрим. Ну, сейчас пока все нормально, да? То есть старый грохнулся, автосейв, новый остался. Окей. Смотрим, что со, вот если так сделать. Как повторить-то проблему? А, допустим, короче, мы совершаем ошибку. Вот так, да? Редактор не грузится. Возвращаем ошибку. Редактор загрузился. Ну да, при рефреше только грохается локальный стейт, к сожалению. Ну, он правильно грохается, в принципе. Но в итоге картинка неправильная. Окей. Ладно. Ладно. Ну, что, повторить не удалось. Ну и как бы по логике здесь все правильно написано. Так, я еще хочу переименовать вот этот сейф в сейф-пост, на самом деле, потому что на серваке называется сейф-пост это. Вот, значит... Так, это то, что мы посылаем. Значит, с
Смотрите, такой трюк сделаем, да. Если не равно body поста и body saved. Ну, что послать. Даже не так, даже вот так. Потому что там что-то. Очень-очень генерализированный код, но тем не менее, да. Таким образом, апдейты будут посылаться только... Ну, здесь еще на самом деле... О, это, кстати, довольно классно, чтобы я это придумал, потому что таким образом мы вот эту проверку отсюда, на самом деле, вот эту вот, которая мне не нравилась, мы уберем. Вот. То есть проверка будет происходить, но она будет происходить уже внутри самого сейф-поста. И сейф-пост, если обнаружит, что сохранять-то особо и нечего, ну, он ничего не будет делать. Логично? Логично. То есть одновременно мы фильтруем апдейты и... Ну да, да, да. Мне все нравится. Супер. Фокус сработал. Так, окей. Мне кажется, хайз должно быть. Да не-не-не. Ну, похоже на правду. Так. На этом, в принципе, список вещей, которые, о которых я подумал касательно именно с автосейва и аплодинга, более-менее закончились. Да, значит, надо сделать кнопку Publish. Красота кнопки Publish будет в том, что это просто будет endpoint, который будет говорить publish и редиректить потом. Вот. Да, ладно. Ну, в принципе, как бы у меня еще немножко времени есть. И давайте попробуем за 40 минут, 30-40 минут уложиться и сделать паблишинг. Я, наверное, закоммичу пока то, что есть. То, что есть. Так, вот так не видно, что там есть. Postinner, progress, fail, да. Save picture, save post, save plot. Image, editor. Editor больше всего досталось. Post. Там надо будет еще как-то дизаблить форму на самом деле, ну ладно. Ну да, похоже на то. Значит, track image plot progress.
Опять же, я не паблишу, потому что... То есть, коммичу локально пока. Потому что глобально это сломает нам редактор. Он потому что не закончен. Но я надеюсь, что к вечеру сегодня, если мы доделаем паблишинг, то можно будет запушить. И оставить до следующего раза. Так, небольшой перерыв, пару минут, ну, может, 5 минут на чай и всякое такое. И продолжаем. До 11 сегодня прям по-любому закончим.
Так. Ладно. Тут. Короче, пора сворачиваться. Ситуация немножко изменилась. И мы сворачиваемся. Вот. Паблишинг, видимо, доделаем в следующий раз. Там уже чуть осталось. Нужно, по сути, взять вот эту папку и аккуратненько ее скопировать в папку posts, перезатерев там post hidden, например, да? Вот. И удалив старую картинку и загрузив новую. Вот как бы все, что нужно сделать. Вот. Ну, наверное, тогда следующий стрим будет про вот это копирование. Там есть тонкие моменты, типа нужно обновить поле updated, нужно для новых постов, таких как здесь, нужно сделать новый айдишник и поменять его, вот эту штуку. Вот. И раз, два, и что еще? Ну и, наверное, удаление картинки я тоже приделаю. То есть будет какой-то, наверное, endpoint, который будет килять картинку именно. Вот, так что как-то так. До следующего раза тогда. Всем спасибо, что пришли, посмотрели. Прям отлично. Чатик был живой и все такое. Прям респект. Я как бы... Меня это очень сильно мотивирует, что вы приходите, смотрите, а я тут объясняю что-то. Вот, так что приходите еще. Приходите на следующей серии. Все, всем пока. Пока-пока.